Вот выехал Москва и Сентуки в 8:22 на фирменном поезде двухэтажном в центр Союз, в пансионат. Вот здесь водичка холодненькая есть. Мы со второго этажа спускаемся. Здесь у нас сидит проводник. Здесь горячая вода. Здравствуйте. Передайте привет. Вот здесь у нас первый этаж. Так вот проходим. У нас туалеты. Работают во время стоянки тоже. Вот это вот курилка. Потому что только здесь нет датчиков дыма. Так что приходится вейп парить именно здесь. Кнопка вызова дежурного. Проводника. Так, стоять. Это мусорки. Ну, стоп-кран. Так, а вот мы поднимаемся к нам. Место 94 у меня. Место 90-96. Вот такая вот здесь обстановочка. Соседи уже спят. Так вот, есть зарядки для USB. Только у меня одна сломана, одна не работает. Поэтому приходится заряжаться у соседней койки. Ну вот как бы все, пока по поезду вот так вот.